значение имени ДНК. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Бывает, что это люди слишком мягкие и могут спокойно относиться к критике. Буква Е считается символом естественности и гибкости. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Буквенное значение имени во главе с буквой А означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Если на предприятии раздали под участки землю, первым обнесет колышками свой газон тот, в чьем имени есть звук Д. Правда, сначала обнесет, а лишь потом задумается, в состоянии ли он эту землю обработать. Одновременно означает и преданность, доброжелательность, религиозность. В любви часто капризны и нуждаются в человеке, способном управлять отношениями и принимать противоречивый характер партнера. Буква Н в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Владельцы этого имени часто обладают непростым характером самовлюбленность и эгоистичность. У них парадоксально сочетается с добротой и отзывчивостью. Выносливость, происходящая от силы духа, проницательность, часто жизненное кредо, все или ничего, свойственно для этого имени. Эти люди приспособлены к жизни, и вообще все действия владельца этого имени связаны с четкостью. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.